Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня будет трэш. Попробую я побегать Фрей. Сборочку на нее я вам покажу вечером в видосе. Думаю, она будет довольно-таки интересная для некоторых людей в плане прохождения битвы гильдий. На PvP локациях не знаю. Я даже не смотрел, какие там у нас сегодня противники. 1.2 лям, ой, отлично, вообще супер, лям, 1.4, 1.2, 1.1, в общем, будет на ком сейчас ее потестировать. В общем, у нас нестандартная фрейка. Так, что у нас тут есть? Бард есть, Фрея тоже есть, Космо есть. Мне интересно ее потестировать, посмотреть, как долго она сейчас будет жить. Как видите, дамага дофига по ней наносят, и она проседает очень медленно. Она ничего сделать не может пока что. И в этом весь интерес. То есть, как видите, Зефир бьет. Мисов нету, ребят. Космо бьет. Но пока больше никто. Просто пипец. Посмотрите, 30 секунд, ребят, 30 секунд, 40 даже, вот 40 секунд она просто стоит. То есть я мог сюда поставить цепу, он бы каждые 5 секунд бил. Вот, маскировка пошла и пошел у нас отхил. Мне просто интересно посмотреть на это все, как оно дальше будет, затащит она, не затащит, есть смысл такой сборки, а потом вечером я вам уже раскрою эту тайну, покажу, какая она. Что она может, как видите, я специально сюда поставил кролика, не поставил сюда цепа, для того, чтобы не слить так быстро базу, и если вдруг что, можно было цепом добить на зефире. Вот видно, как красиво Бартон накидывает щиты. Не попутайте щитами. Так, ну как видите, 21%. 21%. В принципе, можно пробовать ставить сюда другого питомца совсем и пробовать выносить. Я сейчас закрою специально. Вы напишите в комментах. Мне интересно, кто напишет правильно сборку Фрей. Какая чарка, какой талант, какая эмблема, какие созвездия. Вот мне просто интересно, кто наблюдательный и кто смотрит, какие у меня сборки героев, полностью отгадать это все. Такс. Закрываю. Просто поменяю сейчас местами питомцев. В принципе, попробуем вообще одним цепом пройти. Если что, у нас есть седна для реса. Ну, сольемся, то сольемся. Мы тестируем героя, в принципе. Я вечером попозже вам покажу сборку. Побегаем, посмотрим, есть ли смысл такой фрея. Так, импорс. Поехали, нет, по-моему, отсюда. Так, то же самое, как видите, только у нас вместо кролика уже стоит цеп. В чем плюс? Цепелин, он бьет по зданиям вне зависимости от того, застанен, не застанен ваш герой. Каждых там 5-6 секунд, я не помню, какой у него кулдаун, он бьет. Если сравнивать с кролем, то надо, чтобы был удар. Вы видели, что мы не могли ничего снести. Здесь за 30 секунд вот мы уже ушатали 25%. Еще какой плюс у этого питомца, то есть он не трогает юнитов. То есть ваш герой может зависнуть на юнитах, если он бьет по одной цели, он будет бить юнитов, он на себя их вытащит, вот как в нашем случае. И, соответственно, вы не побежите дальше в расту, то есть в этом плюс именно цепелина. По сравнению с кроликом, кролик бьет по зоне, кролик бьет намного больше, он сносит намного быстрее, но он бьет юнитов. А тут, как видите, просто налегке забегаете вот таким вот героем и все.
в общем, думаю, и так итог понятен. Битвы гильдии, можно бегать с одной такой вот фрей и не париться вообще. Но сборка мне интересна. Я потом ее попозже покажу вам. Может, еще что-то доделаю. Ну, реально. Даже, я думаю, на атаке портов с максималками такую сборку слить будет просто нереально. Так, вот здесь интересно. Здесь у нас есть землеройка. Все дела. Седна, ворожей, Фрэнк. Они что-то все без воодушевлений. Странно. Но попробуем. Посмотрим сейчас и здесь, что у нас получится. Получится, не получится. То есть, как видите, в данном случае здесь вот вообще герой у меня не проседает. Хотя, в принципе, по сути, там башня, землеройка, но... База выносится, я не знаю, просто налегке. Ну, нету воодушевления у него. Скиталец, причем стоит, седна стоит. Я не знаю, что он делает. Так, начал нас бить ворожей наконец-то. Надо было, наверное, заходить через зефира. Так бы было интереснее посмотреть через зефира все это действие. Но уже, к сожалению, мы набили больше половины, я уже не смогу перезайти. Я надеюсь, сейчас будут другие топовые расты, мы сможем там потестить. Ну, как видите, даже до половины она, если нету воодушевлений, Фрея будет однозначно тащить. Так, пробуем дальше. Печально, печально, вот что именно так проходит битва гильдии. Благодаря IGG мы просто проходим. Любого топа с любой силой, то есть без проблем. Вот, вот здесь вот интересно будет. Это, кстати, интересно. Поехали, посмотрим. Я надеюсь, хоть здесь ее смогут слить. Тут у нас бьет, как видите, и стрелок, и все с воодушками. И зефир, и Фрэнк. И землеройка. В общем, полный фарш, ребят. Но мне кажется, они тут нифига не сделают. Просто печаль. Офигеть. Максимальные сборки героев, и я, честно говоря, в шоке с того, что они реально ничего сделать не могут. Я ждал все-таки, что она хотя бы сдохнет, но, к сожалению, я думаю, вам там видно, я вам специально не показываю, как она восстанавливается, чтобы было более интересно. Она просто на изи держит полностью весь урон. От Фрэнка, землеройки, оккультиста, зефира, стрелка. Это дофига дамага. Она еще и умудряется их оттачить. Ну, там смотр больше, наверное, оттачит, нежели она, потому что она все равно уже доказана, показана на битве гильдии герой, совсем как-то по-другому бьет. Но, как видите, в одну калитку один герой. Сборка действительно себя оправдывает. Окей, 1.2, 1.4, еще 1.2. Просто уже решил затестить на максималке, посмотреть, что же все-таки будет. И, блин, реально, охреневаю, честно говоря, от этого. Тут тоже, смотрите, Фрэнк, ворожей, землеройка, фоба. Единственное, здесь я не вижу зефира. Стрелок. А здесь без зефира.
и Анубис. Посмотрим, может, здесь они смогут затащить. Интересно. Интересно, интересно. Но здесь, смотрите, здесь убивают. Вот, ребята. Она интересная топовая сборка героев. Ушатали 54% у нас. Пробуем. Я надеюсь, Седна у нас вылетит. Я не хочу ворожая кидать. Я надеюсь, мы вот так вот сможем резнуть. Отлично, резнули. Смотрим дальше. Наблюдаем всю картину, ребятушки, дальше. Хватит ли нам ее? То есть с одним резом, чтобы ушатать все до конца здания. Стремненькое прохождение, но все равно интересно. 84%. Она все время под молчанкой у нас. То есть молчанка, недомогание, уменьшение набора. И она все равно держится. 95. Ну что, можно сказать, что мы в принципе эту базу тоже разобрали. Использовали рез. Даже ушатали там. Нифига себе. А, это мои, я говорю, ушатали. Офигеть. Лям 118. Лям. Супер. Просто супер сборка. Интересно, интересно, кто-то угадает или нет полностью все. Такс. Поехали, попробуем здесь. Через ворожая побежим. Как видите, там зефира не было. Там была Анубис, там и прочее. И, кстати, ее убили. То есть раз-то без зефира, и они смогли справиться с этим героем. Смотрим, что у нас будет здесь. Здесь тоже довольно-таки интересно на это посмотреть. Сможет ли герой... Вот смотрите, Фоба, видите, что Фоба делает? И тут тоже есть Фоба, и он блокирует. Блокирует просто с Фрэнком. 42%, ребят, 48%. 52%. Самое главное, чтобы у нас резнуло вовремя. Так, отлично, 63%. Сейчас попробуем отвлечь. Так, отлично, резнуло. Смотрим дальше. То есть, по сути, один герой 100% резом может свободно проходить питомцем базу. То есть, вторая раста, как видите, здесь зефир уже есть. Но тут тоже Фоба накидывает молчанку. Мне интересно, кто угадает правильно. 99% вообще, без проблем. 100, даже быстрее, чем там. Вот такая вот, ребят, битва гильдий. Почти 18 тысяч нафигачили. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по поводу сборки, какая сборка, и ждите уже видоса на обзоре этого героя. Но реально такая Фрея себя оправдала. Она не особо мега топовая. Ну, в плане прокачек она, конечно, топовая, но в плане сборки совсем непонятное что-то, но зато оно тащит. Все, всем удачи, всем пока.